Давайте курицу. Потом, наверное, давайте молочко. Так, масло. Масло. Яйца. И вот у нас маски. Средства, да. В одном из одинцовских гипермаркетов представители благотворительного фонда «Счастье жизни» и администрации округа формируют подарки для многодетных семей. Выбирают полезные и нужные продукты. А для детей собирают пакеты со сладостями – вафлями, печеньем, мармеладом, зефиром и леденцами на палочках. Ой, какие у нас замечательные подарки девчонки получились. Отличные подарки. Я думаю, что детки все будут очень-очень рады. 6 полных тележек с продуктовыми наборами сотрудники магазина вместе с организаторами везут к шатру с садовыми качелями и дачным спортинвентарем. В нем уютно расположились те, кому предназначены собранные подарки – многодетные семьи округа. Под веселые детские песни ребята с удовольствием играли с воздушными шарами, прыгали на батуте, учились игре в пинг-понг и рисовали забавных котов. А родители охотно приняли участие в шоу «Мыльных пузырей». Так получилось в этом году, что у нас с вами весь июнь – это сплошной детский праздник, потому что в этом году у нас очень много помощников, которые нам помогают, которые хотят присоединиться к нашей программе. Здоровые детки, здоровая страна, дорога добрых дел. У нас сегодня очень много помощников. И вот сегодня наш очередной помощник нам собрал подарочки. Получив продуктовые подарки, семьи не спешили расходиться. Дети с удовольствием продолжили играть и пускать мыльные пузыри. Праздничным настроением были обеспечены все. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».